Еще раз здравствуйте, мои дорогие. Ну что, всех с Новым годом, кто не видели мое видео предыдущее. Ну что, время 2 часа дня. У меня народ спит. А люди вон зашевелились. Попросыпались. Ой, вообще, 1 января это такой день. Ну, никакой. Не знаю, для меня во всяком случае. Вот, а я вам хочу показать моих болгарских внуков. Ну, внуков. Там две девочки и Егорка. Маша прислала мне ночью. И Машу заодно покажу. Вот. Там у них был снег. Смотрю, растаял тоже, так же, как в Крыму. Новый год везде встречают. Хоть в России, хоть во всем мире. Ну, где-то не очень. Так как у нас, мне кажется, у нас прям, ну, просто. Саша, все. Мам, сделай салатов побольше. Ну, сделала. Ну, и чего? Так как мы встречали Новый год вчетвером, а уже друзья приехали около 2 ночи. Они уже все приехали сытые, напитые. Ну вот полный холодильник теперь этих салатов. Да. Ну вот, ладно, показываю вам своих болгар. Егорка. Ой, такой актер в душе. Надо так встать перед елкой. Кира и маленькая Даша. Ой, я так по ним скучаю. Ну, попаду ли я в Болгарию, то со своими ногами, господи, вот прям подводят они меня. Вот такие у меня замечательные внуки живут в Болгарии, в городе Варна. Ну, Кирочка там давно живет, с 3 лет. Да ей уже сейчас 10 будет. Она учится в болгарской школе. Ну, ходила в детский садик болгарский. Очень хорошо учится. Единственное, она, конечно, очень девочка активная. Очень активная. Ну, наверное, я так подозреваю, что, наверное, с поведением проблемы бывают. Но она очень активная. Там все вот эти праздники, она впереди всех. Она, эх, зажигалка такая девчонка. Но она и маленькая такая была. Она очень активностью напоминает Сашу в детстве. Ну вот посмотрим, что вырастет. Хорошая девчонка. Ну, а Даша, она еще маленькая. Я ее ни разу не видела. Вот. А, видела, господи, вот, что я говорю-то. Зимой в том году видела, в Мурманске. Ну, я так с ней особенно не общалась. А еще малышка пока. Привет, мои дорогие. А тут прям зеркала со всех сторон. А на улице... Идет снег. Вчера все растаяло, сегодня снежочек идет.
наша малышка стоит. Была Алинкина. Мы с ней в Крыму ездили. Теперь Саша с Даней ездит на ней. Сначала ее Костя забрал. Ну, он забрал, он мальчишек. Мурманск на ней увез. Вот, а потом отдал Саше с Даней. Все равно, как вижу ее, так плакать хочется. Ой, как я люблю, когда идет снег. Как мне в Крыму этого не хватает. Еще когда вот так тепло. Вообще ни ветра, ни мороза. Идет снег. Ой, эти праздники. Ну, девчонки, ну это вот, ну. Ну. Только вот на Новый год на 10 тысяч привезли. И все опять заканчивается. Я даже сахар не меряю. Дальше толку-то его мерить. Одни соблазны. И сладенького хочется, и солененького. Ну, вроде стараешься так, но все равно. Ну, думаешь, догорю, ну, ясным огнем. Хорошо. Прям даже домой идти не хочется. Но надо. Ждут. Век живи, век учись. Ну, да, вот. Ну, кто-то знает, конечно, для чего это. Я никогда в жизни не видела и вообще нашла тут такой инструмент. Говорю, Дань, что это такое? Он говорит, это яйца перепелиные раскалывать. Надо же. У них такая скорлупа, что ее сложно просто взять и вот так аккуратненько разбить. Видите? Вот какую штуку придумали. Я прям обалдела, вот честно говорю. Вот так вот. Вот какие инструменты существуют, рыбоньки мои. Данина мама Татьяна держит перепелок в Москве. Ну и присылает им яйца перепелиные. Вот у них для такого дела есть инструмент. Ну вот завтра мы поедем в Москву. Я, наверное, покажу вам ее перепелок-то. Вообще, что у нее там за живность есть. Ой, надо и к Марине, к Серёге съезжу. У них же тоже там этой живности. Ой. Развели, а теперь говорят, никуда не поехать. Мы бы к тебе приехали. А куда, на кого, не на кого сейчас оставить? Всю эту птицу в огромных количествах. Да. Вот и я вот переживаю за кота. А мне Витя вчера прислал фотографии, как он там дрыхнет около печки. Ну, просто фотографии, там он и развалясь, и по-всякому. Ну, просто они такого плохого качества. Вот одну фотографию сейчас вам покажу. Мася там живет у родственников. Да, а там же мама его. Вот это мой любимый хлеб в Питере. Ну, в смысле, из черного.
такие вот, знаете, как, ну, как горбушки. Я вот их очень полюбила в Финляндии. Вот, а потом раз в Питере смотрю, вот они. Вот очень люблю этот хлеб. Я когда уезжаю в Крым домой, я с собой беру пару пакетиков всегда. Или в посылки отправляю. Или высушу, ну, как сухари высушу и отправлю. Не знаю, для меня это просто вот прелесть. Очень люблю. Ну что, время 4 часа. Скоро стемнеет. Начали разъезжаться друзья, выспавшиеся, поели. Кто похмелился, кто так. Но мне не везет на людей, которые любят сниматься. Ну, во-первых, один из них пограничник, ну, таможенник. Второй полицейский. Ну, люди, которые сами по себе не любят сниматься. Ну, ребята хорошие, они все занимаются страйкболом. Это Саша же тоже с Даней познакомились, когда по лесам бегали с оружием. Ну, у них вся компания такая. Молодцы. Поехали домой, забрали мусор, пакеты. Так что вот так вот. Ну что, надо доубираться сейчас, собственно говоря. Второй раз загрузила за день посудомойку. Ну, просто бардак получился, ну, представляете, да? Куча людей. Спать даже, спали даже просто в спальных мешках двое. Ну, это молодость, по молодости все хорошо и весело. Так что, мои дорогие, я сегодня, наверное, с вами прощаюсь. Завтра, наверное, скорее всего, видео не будет. Ой, вы знаете, а я, наверное, вот это видео выложу или, наверное, скорее всего, к вечеру попозже. Потому что завтра мы будем в дороге. Вряд ли я успею сделать вечером. Вот, поэтому, мои дорогие, еще раз всех вас с Новым годом, мои золотые. Даже все, кого я не назвала сегодня, я вас все равно люблю, обнимаю. Всем здоровья, счастья и удачи. Ну и теперь у нас будет Москва. Курочки-перепелочки. Новая семья, я с Таней-то так-то знакома виртуально, вот, а в жизни мы с ней еще не виделись. Так что завтра мы в путь. Все, мои золотые, я вас обнимаю, целую, люблю. Пока-пока.